Ну, так вот, теперь возникает вопрос, почему я все-таки говорю, что это апитерапия вообще, Китай? О. Это когда мы уже делаем шашлычок на следующий день. Так все достаточно просто. Я просто переговорил с теми людьми, которые занимаются пчелами. Просто задал им один маленький вопрос. Говорю, ребят, а сколько у вас человек умерло от рака? И весьма был удивлен вариантом. Потому что, по сути, никто у них от рака-то и не умер. Ну, один там был. Вот, возраст у него был 92 года, и он, скорее всего, уже пчелами не занимался. Вот. Почему мы не делаем это в России? Мы можем делать это в России, но не каждый из вас будет работать с пчелами. Не каждый. Вот. Теперь вариант, почему мне необходимо все-таки туда апитерапевта привести. Я уже говорил, в принципе, да? То бишь, чтобы он своими глазами понял, как все это делается. Вот. И вам показал, как с этим работать. Мне говорят, ну, наши же апитерапевты крутые. Говорю, так, ну, крутые, почему бы и нет? Ну, есть же понятие такое. Называется оно обмен опытом. Вот. Просто обратитесь туда, посмотрите. Может быть, они чуть-чуть круче с вами работают. Потому что, ну, поймите, да, Россия странная страна, да, у нас по большей части холода стоят, невозможные, да? А как так, чтобы было все вкусно? Не получится. Не получится.